Зима – серьезное испытание не только для дорожных служб, но и для управляющих компаний. Смотр техники провели в Люберецком городском жилищном тресте. Готовность коммунальщиков к холодам оценил глава округа Владимир Ружицкий. Зима для коммунальщиков, для ЛГЖТ в частности, такое серьезное испытание. И суть в том, что мы обречены зимой как-то ситуацию удержать. Как удержать ситуацию под контролем зимой, знают сотрудники ЛГЖТ. Управляющая компания содержит территорию львиной доли домов города. А это значит, что право на ошибку и работу спустя рукава не имеет. К чистке дворовых территорий от снега помимо основного оснащения. Уже готовы 60 единиц зимней спецтехники, трактора с навесным оборудованием, самосвалы, погрузчики и роторные снегоуборочные машины. Во всеоружии и 420 человек. В снегопад мы готовы усилить наших дворников порядка более 200 человек, плюс еще порядка 14 единиц моторизированной техники. Как показывает практика той техники и тех ресурсов, которые у нас имеются, вполне хватает. Единственное, мы, конечно, каждый год себя, скажем так, тренируем, на новый уровень выводим, для того, чтобы каждый год уровень уборки становился все лучше. В этом поможет и обновленный арсенал инвентаря для уборки. Кроме того, подрядными организациями закуплены противогололедные средства. За холода планируется использовать более 400 тонн реагентов и 700 тонн пескосоляной смеси. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.